Всем приветики! Я приветствую вас на канале Мистер Адлер. И мы сегодня продолжаем игрушку сегодня под названием Геошторм. У нас уровни Орландо. Мы прошли в принципе 6 уровней, осталось всего лишь 3. И единственное, что меня смущает, то что нету звука. А, нет, есть, все хорошо. Все прекрасно, все замечательно. Да. Ой, мы играем за аналитика, я напоминаю. Аналитика зовут Том Чо. И у нас осталось, в принципе, 3 уровня, и мы сегодня должны пройти их. Мы сегодня должны закончить Орландо. Уровень 7, или погрузочная площадка. Итак, поехали. Так, чутка потише сделаю, чутка. Иначе будет слишком громко слышно звук. Вот такой вот уровень. Сейчас мы на него с тобой посмотрим. Обязательно пройдем. Потому что всего ничего и осталось-то. Что же нас ждет в этом? Тома, чё? Как обычно, ждет куча молний. Куча всего чего. Куча загадок. Еще молнии, двигания. Кафе эти появились дурацкие, которые катаются как лед. То бишь ты не можешь их контролировать, они, если ты толкаешь их вперед, то оно, соответственно, летит до конца. Это есть проблема. Это есть проблема, но небольшая. Спросишь, почему? Потому что, когда ты таскаешь эти ящики, то, соответственно... Так, я что-то боюсь. Так, а где у меня это? Ага. Ну вообще, на самом деле, я могу попробовать эту молнию обхитрить. И вот сейчас я ее пну. И она просто тупо уйдет туда. И она мне мешать не будет. Мешать она мне не будет. Соответственно, я теперь могу спокойненько вместе с тобой пнуть эту штуку. И спокойненько ее пнуть теперь в другой край. И вот тут-то она мне мешать не будет. Да. Потому что, в принципе, эта молния как раз мне и мешала. А мешала именно для того, чтобы пройти к тому выключателю. Чтобы открыть, я так понимаю, ворота. Теперь я могу спокойно залезть сюда. Так, стоп. Залезть сюда, открыть ворота, и мы прошли этот уровень. Вот такой вот прекрасный, чудесный уровень. Уровень сложный. Ну, мы его идеально выполнили. Мы с тобой молодцы. Да, да, мы стараемся. Стараемся, проходим уровень. Не все так просто. Сейчас мы с тобой посмотрим еще раз рекламку. Не будем смотреть рекламу. Я тебе ее просто не покажу. Заставку покажу, рекламу не покажу. Я знаю, ты хочешь, но не покажу. Итак, что нам подкидывает Том Чо? Том Чо нам подкидывает в этом уровне. Какой-то чудесный мостик. Я думаю, что ты играл уже в эту игрушку, и ты прекрасно знаешь, что следующий шаг был бы на решетку, которая рушится. И наш... Давай, аналитик-то наш, чё там? Поэтому, чтобы не потерять наш чудесный топор, я под этот рушащийся сапог подложу, так сказать, ящичек. И этот ящичек нам послужит тем, что он нас спасет. Вот видишь, теперь красненький подсветился. А это говорит о чем? О том, что да, в следующем ходу он рухнет. Рухнет, и если мы рухнем вместе на ящичка не будет, то топорик мы потеряем. Да. И на этом будет финиталя комедия. Мы ж не хотим. Мы хотим все-таки, чтобы Томушка-то домой уж попал, или куда он там по навигации собрался. В любом случае, куда-то он собрался.
что-то он задумал, что мы пока не знаем. Так, что у нас тут опять сделал-то? Молодец, красавчик. Давай, родной, давай, плеви, плеви, скачай там эти данные. Для анализа тебе ж это ж необходимо. Аналитик. Горе-аналитик. Который вообще не понимает, похоже, что он делает. Ну, ладно. Я иногда я вот не понимаю, чем так все усложнять жизнь. Можно же все сделать по-простому. Но нет, нет, ты понимаешь, надо усложнить. Так, и раз, два, три. Смотри, как красиво мы сделали, а? Красота. Вот, видишь, видишь, вот он этот самый чудо-стол. Сейчас мы можем... Раз. Два. Три. Четыре. Взять. И раз. И два. И все. Все, красота, смотри. Оп, том-том, бегом, бегом, бегом на выход, Томчик, давай, стекло разрушай, нахрен его. Иди спасай, все, красавчик, молодец. Молодец. Ты опять выполнил идеально эту миссию, этот уровень. И мы переходим к следующему, и, насколько я знаю, последнему уровню. Опять автобус. Чую, сейчас здесь совместят все, что только-только можно, в общем. Так, у нас последний уровень с тобой. Что нам говорит этот уровень? Этот уровень говорит о том, что нужно сделать все быстро, красиво и, главное, правильно. Честно говоря, я не вижу, где здесь вообще находятся данные, которые надо считывать, которые там что обычно считывает. Я их здесь вообще не вижу. Стой, куда же ты бежишь? Ну вот, сюда нам надо. Так, подъезжаем сюда. Вылазим, перетаскиваем шкафчик. Сейчас перетащим шкафчик. Затем мы с тобой сдадим назад. Возьмем дощечку, перевезем машину. Теперь нам нужно зачем-то сесть сюда, нет, не сюда, не в эту машину, в эту машину. Дадим назад. Еще разок. Нет, наверное, вот сюда все-таки. Тихо, стоп, ну зачем? Залезь. Ну что, ну что ты? Так, подожди, у нас нос упирает. Да, наверное, не надо. Наверное, вот так. Я попробую сейчас сделать так. Если это не сработает, значит, моя теория, точнее, идея просто не работает. Не работает, потому что нам надо перебраться. Мы перебираемся сюда. Идем сюда. Теперь мы можем спокойно перетащить этот ящик. И похоже, это будет финита. Потому что нам надо залезть сюда и спокойно спастись. Да, да, вот такой вот уровень. Уровень сложный, он даже подвис. Эй, там что такое, машет, там рушится, помахал просто, наверное.
Аккуратней, аккуратней. Том, ты чё? Ага, и поехал. Поехал. Другана выбил. И поехал. Мы получили новый ачивку. Шок-пруф. Да, шок-пруф. И посмотрим, что будет дальше. Дальше у нас Джон Уивер. Джон Уивер. Судя по всему, какой-то космонавт. С квадратными штанами. И, похоже, причесоном. Тревога, сбой в работе, сателлит, грипп, бла-бла-бла. Ой, там вообще не причесон. Короче, там полная жопа, все сбилось. Неисправности какие-то. Это то, что я смог прочитать. Да. И это у нас следующий уровень. Я думаю, что за Джон мы поиграем в следующий раз и посмотрим с тобой, что происходит в нее. Я так понимаю, что это все-таки не последний был уровень, а вот за нее будет, скорее всего, последний. Если ты досмотрел до конца, то подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй, заходи в ВКонтакте, и мы обязательно с тобой посмотрим, что будет дальше. А на сегодня у нас все. Спасибо, что ты был. Спасибо тому, кто стал 50-м подписчиком. Огромная благодарность. Ну а на сегодня действительно все. И теперь уже точно все. Поэтому пока.